Электронные счетчики с дистанционным управлением, устанавливаемые на столбах линии электропередачи, позволяют полностью автоматизировать процесс и контролировать количество потребляемого электричества как энергетикам, так и самим потребителям. Работа по установке счетчиков была начата еще в 2023 году и за это время принесла свои плоды. Абоненты стали эффективнее оплачивать счета за электроэнергию. Всего на сегодняшний день работниками энергосбыта Гулрыбского района было установлено порядка 1000 приборов учета. До конца этого года по всему району будет установлено столько же. Сама работа была начата 21 августа 2023 года. Работа была очень эффективная. Всего в Гулрыбском районе были оснащены счетчиками пока только поселок Мачара, поселок Гулрыбш, улица Курортная, улица Багба, улица Дзидзаря, улица Гагарина и улица Гулия. По статистике, как мы видим, в этом году год у нас тяжелый, но мы стараемся, хотим показать хорошие результаты. Мы сейчас тоже не можем так прямо, вот прямо как мы вот говорили, выключать людей. Мы тоже к ним относимся с пониманием, и люди тоже все понимают. Но, надеюсь, с курортного сезона уже будут высокие показатели. Счетчик электроэнергии с дистанционным снятием показаний – новейшее техническое средство, с помощью которого абонент всегда может проследить за количеством потребляемого им электричества. За 3 месяца неуплаты счетов за электроэнергию абонент автоматически лишается подачи электричества. Кстати, на днях вовремя не заплаченный вот этот клиент с этого дома отключили, пришел бегом, сразу заплатил. Так что я считаю, что это очень выгодно и удобно. Вот. Народ потихонечку привыкает, и с ними надо тоже беседовать. Сложно, но находим общий язык с абонентами. И думаю, что в дальнейшем, вот и где мы сейчас ходим, они говорят, мы своевременно уже будем платить, чтобы не отключали. Энергетики убеждены, приборы будут способствовать укреплению платежной дисциплины, и сами жители района активно и вовремя будут оплачивать счета. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.